Сегодня в кинотеатре Украины собрались истинные ценители высокого искусства. Обратите внимание на юных леди. Это юные балерины Киевского хореографического училища и танцовщицы хореографической студии «Счастливое детство». Благотворительный фонд «Объединение мировых культур» совместно с кинотеатром Украина организовали праздник для этих девчонок и пригласили на долгожданную премьеру мультипликационного фильма «Балерина». Кто, как не юные танцовщицы, могут оценить по достоинству эту захватывающую анимационную историю? С самого детства я хотела танцевать. Ты станешь величайшей танцовщицей. Я балерина. Да, да. Я учусь в балетной школе. История успеха главной героини близка и понятна девчонкам, которые мечтают покорить подмостки мировых сцен. Этот мультфильм про маленькую девочку, которая идет своей мечте и добивается ее. Это хороший пример для всех современных детей. С детства я любила балет. Мне все советовали пойти в балет. Все говорили, что вот балеринка. И сама захотела... Сердце захотело. Это очень красиво. Это пачки, это сцена, это разные партнеры, кавалеры. Но все же это большой труд. Невероятно трудное искусство, которое можно передать только танцем. Эти слова не надо говорить. Это все надо танцевать, это надо прочувствовать. Не секрет, что высокое искусство дается упорным трудом. Строгий режим, жесткие диеты, изнурительные тренировки. У нас они бывают по 2 часа, по 3, по 4, иногда даже по 6. Они всегда очень сложные. Каждый урок у нас это новые знания, мы приобретаем новые знания какие-то в балете. Каждый день мы становимся ближе к своей мечте. Я хочу стать балериной, хочу стать великой балериной, и для этого надо трудиться. Для этого надо, как наш тренер говорит, пахать и задыхаться. Иногда очень хочется скушать что-то сладенькое, но ты понимаешь, что ты можешь потолстеть, и потом тебя могут не взять на парте. Ты такой, хочу пирожное, а нельзя пирожное. Вот как-то так, да. И я готова пойти на все ради балета. Это для меня моя жизнь, мое. Я дышу балетом, я это делаю для себя. В марте этого года в Киеве состоится третий международный конкурс классического танца «Гран-при», с организатором которого является благотворительный фонд «Объединение мировых культур». На главной балетной сцене Национальной оперы Украины нашу страну будут представлять студентки Национального киевского хореографического училища. Сейчас идут серьезные репетиции, ведь проводит их именитый балетмейстер, лучший танцовщик столетия, руководитель государственного балета Берлина Владимир Малахов. Очень упорно трудимся, педагог очень жесткий. Мы должны держать дисциплину в зале, обязательно стараться в полную силу. И надо 100 раз пройти, чтобы 1 раз хорошо станцевать. С каждым годом конкурс становится все популярнее, а желающих продемонстрировать свое мастерство увеличивается с каждым днем. К нам приедут балетные школы из Германии, Норвегии, Казахстана и даже Арабских Эмиратов. Конкурс – это один из способов показать себя другим людям, чтобы тебя заметили, пригласили на какие-то другие более высшие конкурсы, чтобы тебе могли дать стажировку в каких-нибудь других школах мира. На конкурсах люди показывают самый высший свой уровень, они выкладываются на все 100. Они представляют свою страну, и это очень важно, так что все балерины готовятся к конкурсам очень серьезно. Мы представляем свою страну, Украину. Это очень важно. А пока есть время отдохнуть и получить положительные эмоции. Верим, что мечта девчонок осуществится, и они получат свое заветное гран-при. Ведь чудеса начинаются с мечты.